Ребята, привет! Привет, это Волна. С вами противостояние Кайдзю. У нас будет противостоять Гидоре и Ши. Ага, противостояние Гидоры и Ши. Вот Гидора, а вот Ши. Да, я покажу ребятам. Ну, да, смотрите, да, какой он красивый, это она, ребята. Это именно самка, Гидора самец. А это самец, ну, понятно. Да, начнем сразу с размера. Размер кинг Гидоры составляет 158 метров. У Шимы составляет 162 метра. А если... Давай ее развернем. Это он же, Гидора. Он, если она встанет на задние лапки, то это будет длина Шимы 200 с плюсом. Ого, 200 метров? Ну где-то 209 метров на задних лапках, а на передних 162 метра. Это Шима? Ну да, вот это. А вот это Гидо. А у Гидоры длина 158 метров, а высота Гидоры составляет 200 тысяч тонн, ага. А у Шимы вес составляет... Это неизвестно. Поговори там... Неизвестный вес, да? Надо у Шимы, что поговорить там, она... Именно выигрывают по силе. Гидора мог сразиться с обычным Годзи. И швырнув, и когда он поднял вверх короля монстров Годзи, он мог сбросить. И Годзи пришлось только стать термоя верным. А Шима, она нам протаранить бедного конга с перчаткой, заморозить его руку. И только как эволюционирующий Годзи, он не стал новой трансформацией и короля монстров. И Годзи ему пришлось потерпеть сражение. Значит, Тагидора, он сражался с обычным Годзи, который он и сражался. А Шима уже с эволюционирующим Годзи. Но когда Годзилла перешел в другую форму, то Гидоре стало конец света. Тогда я даю бал Шиме. А чье это атомное дыхание у тебя? Это лед от Шим. Ой, ну так давай, как он выглядит со льдом, покажи. Это она, Шима. Ой, она, я все время не так говорю. Это ее лед, да? И она что, вот этим ледяным дыханием стреляет? Ну да, который может даже небо заморозить, что приводит к концу света. Что Шима из картинга, они решили уничтожить Рио-де-Жанейро. И все города, и весь Это мир. Они так решили, да? Ну да, но потом в финале Шима отказалась от контролирования Скоркинга. Идем дальше. По скорости будет вы... У Гидоры составляется скорость расти 170 метров, а Шима... Но такая она разгоняется со скоростью 5-10 км/ч, но она медленная. Длина это титанища. Угу. Тогда баллы Гидоре даю. Попроще. Но Гидора же еще и летать умеет, у нее крылья. А Шима-то не летает. Ну да, что Гидора он умеет летать, а Шима просто она бегает такая вот, но она просто медленная Шима. Попроще. У Гидоры, который... У Гидоры прямо у него вот только уязвимое место это головы и крылья. И крылья? Да, уязвимое место. А у Шимы нет уязвимых мест. Я тогда даю ничью. По способности Гидора стреляет именно гравитационными лучами. А Шима стреляет
своим ледяным дыханием, что может заморозить любого титана. Она даже заморозила и эволюционирующего Годзиллу, правда? Эволюционирующий Годзилла, он взорвал лед, и он начал продолжать атаковать с воздуха. А что они сражаются где-то на полой земли в воздухе. И значит, я даю балл Шиме. Угу. По интеллекту Гидора, он был... Самая умная голова был среди них, что Гидора, что у него голова средняя умная, не вот эти вот, та, которые они глупые, а угу. Средний был умный. То есть он думает средней головой, да? Ну да, а остальные они только атакуют, угу. Это, ну и средний может атаковать его голова средняя. И также он смог бросив Годзиллу. Ашима, она выполняла команды с карты, но когда кристалл, он потерялся и взорвался, Ашима, она уже отказалась от починки с картинга и так его заморозила. Но раскроет франшиза Monster Verse, что в другом фильме 2027 года Годзилла и Конг финальные дни посмотрят ему, на что она способна. Но пока Гидора будет умнее. То есть ты думаешь, если они будут драться, Гидора победит обязательно, ну, да? Но он что по интеллекту и по скорости. Ашима только по хабари, там силе и прочности. Ну да, ведь Гидора ж может еще атаковать и с воздуха, правда? Ну да, Ашима только может и замораживать, и выпускать из хвоста коль. Покажи, какой хвост у Шимы, ребятам. Смотрите, ребята, какой хвост у Шимы. У Гидоры есть хвост, да? Надо два хвоста. И у Шимы вот какой хвост. А на конце что там? Кристаллик тоже. Ага. То есть Шима может и хвостом драться, да? Надо и выпускать колья из хвоста. Понятно. Тогда может победить Шима. Ага. Что я даю бал Шиме, что она сильная. Шима сильней, да? Ну да, Гидора. А теперь мы сделаем вывод. И кто и будет с кодом этой Би. Ты начинаем уже с Женя, расскажем о Гидоре. Гидора — это вот такое вот инопланетное зло, попавшее из далекого древности далекой. И попал, и он был бессильным, но просто он и... Был проблемой для титанов. А теперь давай рассмотрим Шим. Так это вид женского пола. Ну да, который уже Шиме там кристаллы на спине и на голове вот это вот, что это для красоты. И может замораживать дом Шима, да, появилась в последнем фильме Годзилла и Конг Новая Империя. Но когда... будет, сниму какой-то фильм новый из киновселенной MonsterVerse, то она будет тоже умна. А последняя мы сегодняшнего года, 24-го, Шима, она была отказалась от починки Скоркинга, а раньше она подчинялась. И когда иконка Суко, они пришли в пещеру, и Шимана выполняла команды из картинга. Но когда, если этот кристалл наносит, вот так, этой титанши боль наносит. И также Шима, она не может вызвать дикий холод. Вот и все принести, все тут так катастрофе может, ну, да, привести. Что и растения замораживаются, а ты...
от их холода. А давай теперь и теперь сразу же. Не, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бой начался. Бой начался, давай. Гидора появляется и рушит город. Рад американский Сан-Франциско. Рушит, который своем выстреливает гравитационными лучами. Попадается вот так. Потом и появляется Шин. И они на друг друга рычат. И идут сражаться. Идут сражаться. Надо и Шима начал. Начала этой лапой атаковать еду. Ну, потом она и... Потом... Она начала бежать и вот так... И... Она прыгнула на еду. Рушим. И схватила за еду. И она... Практически упал Шима, да? Нет, она упала. А, это же девочка Шима. Ну да, но потом она встает. Йот и начинает продолжать атаковать. Она начинает вызывать колья. И Гидоре прямо нанесла это боль. Но Гидора кусает за Шима, но Шима ударяет с хвостом. Он Гидора поднимает и сбрасывает Шима. И Шима падает снова. Ма падает. Вот Шима лежит. Ну да, но Гидора прямо впитывает ей энергии, но правда, лед у нас, она встает, Шим, она начинает продолжать атаковать. А льдом почему она не хочет защищаться? Потом он атакует, но Гидора улетает, но и Шима понимает, что противник улетает, и она становится на задние лапы, да? Надо и стреляет своим дыханием этим, да? Как... Льдом. Ну да, вверх. И Гидора и замораживается весь. Ага. И падает такой с высоты, и он лежит. Жить таким замороженная Гидора, да? Нет, это самец Гидора, Шима сам. И одержала победу Шима. Что она является самым сильнейшим титаном кайдзю в мире. Является самым сильнейшим кайдзю в мире. В мире. Ну да, одержала победу. Молодец! Вот такой бой! И ставлю, ну, и у Шимы балла целых 100 000% на шансы Шимы. А шансы на Гидоры целых 5%. И значит побеждает Шима. Ну что ж, ребята, Шима победитель с помощью своего ледяного дыхания, правда же? На этом все, ребята. Подписывайтесь на канал Тимофея, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока-пока.